Приветствую всех, дорогие друзья, с вами, как всегда, Видеотекарь. И сегодня я, как настоящий ютубер, запускаю для себя неизвестную игру, которую до этого не видел. Купил ее на распродаже, на летней распродаже Стима. Мне она показалась интересной. Вроде бы как довольно-таки забавный симулятор ловли. Давайте посмотрим, что она из себя представляет. Обучение, естественно. Без обучения я же ведь ничего тут не сделаю. Засекаем, как говорится, 40 минут. И поехали творить контент. Подобные передачи, кстати говоря, вот про экстремальную ловлю, были вот на разных каналах. National Geographic, Discovery там и так далее. Кстати говоря, эта игра, по-моему, от Discovery и есть. При загрузке что-то такое было, по-моему, Discovery. Добро пожаловать, следуйте инструкциям. Правый верхний угол, чтобы выполнить первое задание. Не вопрос. Не лагает, хорошо. Так, чтобы начать ловлю, вам понадобятся кое-какие предметы. Купите их в магазине. Это магазин. Так, купить буи. Давайте посмотрим. Так. Буи. А где продаются буи? О! Фига тут симулятор. Это типа обучение, да? Ага, хер. Я понял. Может, не зря оно подсвечивается. Так, буи, так, три штуки. Раз. А. Купил. Так, купить ловушки. Крюкошка. Ремнабор на ловушек. Не надо мне это так. Наверное, вот это. Купить приманка из сельди одна штука. Сардин из сельди одна штука есть. Так. Купить ловушки. Но мне кажется, что это вот это. Какие ловушки-то? А, крабовая ловушка, ёптю. Так, открываем карту. И чё? Основная составляющая успешного улова планирование. Выбирайте место с наибольшей концентрацией крабов. Больше всего они предпочитают песчаное или илистое дно, почти не встречаясь на каменистом. Нихера, а как я пойму, где здесь песчаное, а где здесь илистое дно? Следующий фактор — температура воды. Чаще всего крабы предпочитают 4 градуса. Большинство крабов живет на глубине 55 до 100 метров. Хочу. Но эта точка сама была подсвечена. Ёпты. Симулятор ловли крабов. Так, войти в режим крана. Вот это, да? И чё? Взять крабовую ловушку. Ага. Это типа-то у меня такая большая удочка. Так, как взять? Цепляйся ее. Я понял. Так. А как взять? Рыбел. Специально для таких, как я, так. Поместить ее на гидростол. Ой. Я сегодня первый день.
Да где этот гидростол? Твою мать! Ни хрена не понимаю. Вот это же ведь гидростол. А! Гений. Поместил. Так, надо выйти из крана. Так, а я сюда не должен, типа, что-нибудь накидать? Открыть корзину с буями. Ну вот. Взять один. Как говорится, лови не лови, все равно получишь буй. Так, открыть крабовую ловушку. Каким образом? Открыть морозильник. А, приманку. Раздробить еще, ё-моё. Так, а как раздробить? Так, опустить. Вкусняшка. Взять приманку из дробилки. Забросить крабовую ловушку. Настоящая суровая работа. Бля, мужик, ё. Забрасывай. А, отпустить. Поднять. Так, верните гидростоп наш в исходное положение. Опустить. Промотать 4 часа. А как? Нажмите Т. Дыхать 4 часа. Так, взять крюк со склада. Ни хрена себе, какие сложности тут. Крюк кошка. И чего? Подойти к борту судна. Подошел. Теперь ловить, да? Подожди, какое ожидание? Взаимодействовать на Е. Альтернативный вариант R. Выбросить предмет Q. Сейчас посмотрим. А, хер. А, это вот сюда надо нажать. Я понял. Па. Это я вот так вот типа должен ловить ее. Нормальная такая рыбалочка. Так вот. Специально он для умников подписан. Так, бросает ловушки за борт. А как бросить? Взять лебедочный круг в руки и... Опа!
Фига, крабики какие страшные. Сука. Все, поместил. Это отпусти. Так, открыть крабовую ловушку. Сейчас откроем. Переместить стол для сортировки. Так, гидра. Так, это сюда. Ебать. Прикол. И это все, что я поймал за 4 часа? Я тут такую работу. Шестнадцать штук. Еще и сортировать их. Как сортировать? А, отметить как подходящий, отметить как неподходящий, отметить как неподходящий. XA. Прекратить сортировку. Ни хрена. Смотреть, Space. Отметить как подходящий. Ну офигеть. Все, понял. Наверное, если горящим, то есть красным отображается, то это не подходящим, мне кажется. Так, это нормально. Это нормально, значит подходит. Кассет страшный какой, но вкусный, наверное. Ой, да не подходящий, подходящий. Да хрен его знает. Ну короче, это подходит. Так, выйти из режима сортировки. Использовать контейнер для крабов со склада. Использовать контейнер для крабов. Хе-хе. Издуйте. Так. А это взять. Измельчителя, а эта рыба у нас пойдет типа как на этот, на приманку, так получается. Войти в режим крана.
Да не, я с ума сойду, какой нафиг. Во. На место, да? О, все на место. Открыть карту. Где мне переместиться? Хочу. Продать крабов. Купить скидку. Как-то понять, купить скидку. Не, купоны на скидки? Ёпты! А, это прокачка. Купим ремнабор для ловушек. 3. Крюк-кошку 3. Гидравлическая жидкость, по-моему, вот это... Нет. А где? А где купить эту жидкость? Что за бред-то? Это контейнер, крабовая ловушка, приманка, приманка, приманка. Вот это, скорее всего. Ну да. Направьте бак. Пользоваться быстрым перемещением. Повесить приманку. Ну, получается, опять все по кругу. Так, хорошо. Вот такая вот игра. Честно вам скажу, ребята, шляпа какая-то. Когда берете игры оптом, выбирайте и внимательно смотрите. Я не целенаправленно эту игру покупал. Я покупал пакет симуляторов. И вот эта вот игра вот так вот попалась. Ну, кому понравилось, пожалуйста. Она дешевая. В Стиме продается. А мы переходим к следующей игре. Вот этим вот видео я открываю у себя новую рубрику, которую я недавно с вами обсуждал. Под названием «Одним глазком». В одном ролике у нас будет по 3 игры. Продолжаем записывать нашу с вами рубрику «Одним глазком», либо же «Трешаниночка», кому как нравится. У нас с вами вторая игра «111 душ», либо же «111 душа». В этой игре нет перевода. Как я понял, это хоррор, крайне маленький хоррор. Он на движке Unity. Покупался мною очень давно. И... за копейки, опять же, каким-то баком. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Кто шарит в инглише и у кого English very заебатый, пожалуйста, переводите. Я, конечно, так понимаю, но вкратце, процентов 40-45 я этого и не скрываю. Честно говоря, не помню этот хоррор. До этого проходил, не проходил, но вроде бы как проходил. Но не помню, проходил ли. Вот такая вот интересная тавтология. Ну давайте
Посмотрим, что он из себя представляет. Давай, давай, игра, загружайся. Типа как здесь внук приезжает к деду. Выяснить, что происходит. Кстати, по поводу деда. Есть очень хороший хоррор у меня на канале прохождения. From the Darkness. Там ролик называется «Сразу три хоррора в одном видео». И там From the Darkness также записано. Всем рекомендую посмотреть. Так, машина моего брата. Я наконец-то добрался до этого дома. Только воспоминаний. Хорошо. Открывай. Дэвид, это Ричард, открывай. Возможно, он чем-то занят. Дверь так или иначе открыта. И тут бабах скримак просто в морду. Так, ну чё? Это, видать, баба Уси. А это дед. Странно, застряла. Подвал закрыт. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть стульев. Картина. С чем тут? С замком. Алло. Пицца, пицца. Это что, кстати, это как, кстати, вот как вот можно жить в такой избушке? Вот представим, что это вот, типа вот, вот настоящее жилье. Вообще без каких-либо обработок стен. Так. На холодильнике слишком много намерзло льда, чтобы он просто так открылся. Много старых дров. Че это? Бутылка водки. Зеленая зубная щетка и... О, таблетки от депрессии. Начинается. Почему-то здесь значок УПА горит, я понять не могу. Спички! Ну и в чем прикол? Тут надо ходить, пока меня скримак не накроет. Понятное дело, что мне тут надо что-то найти. А чё? Дед всегда прятал от нас ключ. Даже от бабушки. А чё он там такого скрывал? Подшивку порнушки? Куда тыкаться-то? Thank you.
меня таких неспешных хорроров у самого скоро. Депрессия будет. Куда тыкаться, игра? Ну-ка, подсказала. Два колеса. Все, из хаты меня не выпускают. Ты заслужила лучшего, бабушка. Покойся в мире. Я не могу смотреть на эту фотографию. Так вот, глаза сейчас бум, и все, и инфаркт. Так, ключ. Куда-то делся этот ключ. Опа! Подобрал. А почему раньше не мог подобрать? Так, мне теперь нужно что-то, чем разжечь огонь. Спички. Это бы лучше бы горело, если бы я нашел что-то алкогольное. Логично, логично. И чего? Так, получается, у нас холодильник оттаял теперь, да? Открывайся. Ёпта. Братан! Ключ. А от чего ключ? Братанчик, не подскажешь? Наверное, здесь что-то про ключ говорили. А, ключ, наверное, от этой, от подвала. Ёпта. Хорошо. Что-то дернулось внутри, значит, уже хорошо. Это Омен какой, чешо? Чё происходит? Так, это у нас... Стрелка часов. Я вот сейчас чуть не родил. Гражданин, вы кто? Дед, это ты что ли? А где пиво? Где закусь? Как ты встречаешь внука, дед? Алло, дед. Это что, это ключ от подвала? Бейсмент и... Опа-на! И чё пялим? Я, должно быть, схожу с ума. Дверь в подвал исчезла. Ёпта! Здравствуйте. Ну, эта игрушка, конечно, такая. Вот минимум бюджета, такое ощущение, как будто это как дипломная работа. Ну, прикольно. Ай! По ушам как бьёт. Вот это вот уже хорошо. Клево.
Да, я, по-моему, проходил эту игру, но... Но вот в некоторых моментах все равно дернулся, вот как с этими скримаками. Че, будем в шахматы играть? Ой. Дед, ты расскажешь, в чем дело? Да, блядь, что? А, это большая, это шахматная фигура. Так, Ричард. Наконец-то. Ты теперь 111-я душа. Ты можешь сказать спасибо своему деду за это. Да если что, у меня English очень это. Так. Ты какого хрена несешь? Да, твой хороший дед заключил так. Типа, что он принесет этому духу 111 душ? А в честь чего, не пойму, на бессмертие или на что? Ага, бабушка была 108-й. А теперь брат и ты, я понял. Ну и какие у меня варианты? Можешь принять свою судьбу? А, и будешь моим следующим жнецом, что ли? Или я предлагаю тебе сыграть в игру? Ну, типа, я принимаю игру. Давай поиграем. Первый вопрос. Ваня. Бутылка водки, щетка и таблетки. Да. Что? Рано или поздно твое сознание изменится, и ты к нам присоединишься. А чё не так-то? Алло? А это типа неправильно, раз автосейф полон. Это эти 110 душ. Слушай, Рикардо Протас. А в чем прикол? Чё дед хотел получить от этого великого духа? Не пойму. Типа я неправильно нажал, да? А почему неправильно? Я же помню, игра шить карты. Сюда иди. Я тебя не боюсь. Ну-ка рассказывай. Не, ну сделано прикольно. Довольно-таки красиво. Учитывая, что тут. Чисто. Ох! А как пропустить? Теперь это заново все выслушивать. Да ты заколебаешь. Руки какие здоровые. Так. Вот кто в English хорошо шарит, можете написать мне в комментариях полноценное пояснение истории. Что я
смогу сохранить ему жизнь. Он то ли болел, то ли чем-то, то ли ради бессмертия должен был предоставить этому духу 111 душ. Так, какие опшены? Я выиграю тебя в твою игру. Не хочу я быть твоим рипером. И не хочу быть 111 душой. Так. А, я типа просто хочу собирать для тебя души за место своего деда. Ну давай, челлендж. Ну, what object there in the cabinet? Ой, ё-моё, ну надо же было дочитать, дурачок. Таблетки, да, но не просто ж бутылка, а чашка с этой зубной щеткой. Ёб твою. Зеленая. Ага. Шесть. По два с каждой стороны и один с краю. Шесть. Красная рубашка в черную полоску. Black, grey, red. Black, white, brown, нет. Black, grey, red. Красный цвет там точно был. А, я освободил все души, которые твой дед собрал для меня. Но ты... Ты будешь собирать для меня 111 душ других. Типа. Или... Останешься навсегда заточенным здесь. Надеюсь, это без авторских прав. Красиво. Какую-нибудь еще третью игру запишу. В рубрике «Одним глазком трешаниночка» будут самые разнообразные игры. Просто ихний геймплей, либо же они полностью, если они прям слишком короткие. Типа, получается, я освободил 111 душ. Я хорош. А что за музыка? Уши, уши! Ну и все, вся игра. Так, давайте сделаем склейку для третьей игры. Что нажимаем? Выйти во двор. Так,
Ой, блядь. Пацаны, вообще, ребята. Кстати говоря, курение классно, не пропагандирую вообще. И осуждаю. Особенно вот, говори. Вот тот вот паренек, да, вот белый вот на плече. Вообще молодец. Да древнейший, и вообще классные молодцы. Не, в натуре класс. Но... Заебись. Четко. Получается четко. У вас действительно. Умеете. Ушел в текстуру. Все. Ходить могу? Не могу. Вот это бляха торпеда, так торпеда. Осуждаю курение. И не пропагандирую. И чё? Уйдет он в текстуры или нет? Все, пошел. Пошел в пиздец с этим дальше. Вот такие вот игры тоже есть. Но это реально как будто бы какая-то дипломная работа. О, убрал, наконец-то. Во! Вот это другое дело. Как говорится, вышел во двор с братишкой. Левой. Правой. Тут даже кнопки есть еще какие-то. А можно с тобой попиздеть о чем-нибудь, нет? Ни о чем нельзя. Кстати, сам никогда не курил и своим подписчикам вообще никому в этом мире не советую. Курить здоровью вредить. А, вот так вот иногда можно. Шутка. Что там написано? Аптека. Пить тоже вредно. Вот такие вот игры бывают тоже. Всем спасибо, ребят, за просмотр. С вами, как всегда, был Видеотекер, который всегда за здоровый образ жизни. Не курить, не пить, никому не рекомендую и не пропагандирую. Занимайтесь спортом. Всем спасибо за поддержку. Увидимся в следующих играх. Всем пока.